Сегодня в Израиле неспокойно, идет вооруженный конфликт. Согласно последним данным, вылеты из страны запрещены. Кто из российских звезд сейчас находится на Святой Земле? В конце февраля 2022 года в Израиль уехал юморист Максим Галкин с Аллой Пугачевой и детьми. Звездная семья поселилась в Кесарии, которую называют израильской Рублевкой. В октябре прошлого Примадонна получила гражданство Израиля. Рок-музыкант Андрей Макаревич вместе с женой Эйнат Кляйн после начала спецоперации тоже перебрались в Израиль. Семья поселилась в Нетании. Супруга певца уже давно имеет гражданство этого государства. Поэтому свой отъезд он аргументировал тем, что хотел быть рядом с семьей в момент рождения четвертого ребенка. В Израиле также находится актер Анатолий Белый. Чтобы освоиться в чужой стране, он активно занимался с репетиторами и работал над произношением, однако новые роли не приносили большого успеха. В недавнем интервью журналистам он рассказывал, что рассматривал для переезда Испанию, Белград и Ригу, но выбрал еврейское государство из-за облегченного варианта эмиграции. В соцсети Белый то и дело поливал грязью Россию, а недавно он и вовсе выступал против гастролей театра «Линком» в Израиле, за что отхватил порцию критики.